Всем привет, с вами Антон, и я хочу сказать, что я возобновляю проект Розетка Крафт, но теперь все будет как-то по-другому, теперь есть сайт. Заходите на сайт, вы уже можете регистрироваться, открытие будет примерно через дней 15-20. Вот осталось все доделать, уже есть хостинг. Скоро будет готов лаунчер, он сейчас в разработке, есть уже сайт. Версия 1.12.2. Сейчас вот 1.12.2. Вот здесь Clan War, естественно. Плагин стоит замечательный, последней версии вообще Factions UIDD. Вот, допустим, F-Show, давайте посмотрим. Видите, как тут все показывается. Владелец, описание, земли, сила, максимальная сила, дата создания, союзники, враги, игроки онлайн, естественно. Вот. В чате показывается это вот так, вот видите, F-Rename, давайте YouTube сделаем, да? Вот, и теперь показывается YouTube. Глобальный чат, локальный чат. Так выглядят префиксы. Они еще не настроятся, еще половину нужно сделать, но это скоро будет готово. Я вам так уже показываю. Сборка готова процентов на 80 уже. Так, F-Rename. А, ну мы уже F-чат, да? Вот, чат альянсов. Друз, Factions. Вот. Мод онли. Чат мод. И паблик. Вот. Спаун будет стоять, скорее всего, не этот, потому что спаун у нас будет стоять тот, который построил я. Скоро вы его увидите, я его выложу в группу. Вступайте, все ссылки в описании. Скоро будет конкурс. При старте мы разыграем кит. Давайте я вам покажу, кстати, какие здесь есть киты, да? Кит ультра. Вот, но здесь еще будут с зачарованиями они. То есть мы здесь еще тоже не настроили зачарование. Вот. Потом кит премиум. Вот так вот. Кит супер вип. Вот так вот. Ну, это все изменится тоже, типа. Это еще примерно все покажет. Вот так вот. Естественно, все. Ну, читы на лаунчере, кстати, будут пофикшены. Будут пофикшены кнопки. Типа все возможные защиты я купил, и они будут уже установлены скоро на лаунчер. То есть я купил разработку, типа, как сайт и лаунчер. Вот, поэтому всех призываю, вступайте в группу, следите за новостями, задавайте любые вопросы в группе ВКонтакте, в сообщения. Я буду сидеть и отвечать на них. Ну, что вам еще показать, не знаю. Команды. Даже не знаю, что еще-то. А, ну, ночное видение будет, помните? Если кто помнит розетку Крафт, вам будет в шахте, не нужно будет вообще ничего ставить. Ой, НВ, да, просто прописываем, отключаем. Что там еще? Проверить пинг можно. В общем, много всего будет. Вот. Поэтому всех жду. Всем удачи. И скоро будет проходить набор в хелперы. Поэтому тоже вступайте в группу, чтобы не пропустить новости. Всем пока.